Борис Акунин, Чхатишвили. Лев Рубинштейн умер. Чуда не произошло. Это большая потеря лично для меня и для всех, кто его знал. Все, кто его знал, очень его любили. В прошлом году мы с Левой несколько месяцев переписывались о том, что происходит вокруг и обо всем на свете, в том числе о смерти. Вот отрывок из Левиного письма. Сегодня эти слова звучат как прощание со всеми нами. Я, как и ты, человек нерелигиозный. Хотя какой-то человек мне объяснял когда-то, что главной мотивацией, иногда сугубо скрытой, любого художественного творчества, безусловно, является религиозное чувство, пусть неосознанное и даже отрицаемое, не знаю. Что касается «потом», то я не строю догадок на этот счет. Человеке, в его психике заложена, запрограммирована эта неизвестность. Я еще в детстве фантазировал на эти темы. Я вообще в детские годы много думал о смерти, гораздо больше, чем сейчас. Так вот, я воображал, что сон – это репетиция смерти. И что представления об аде и рае – это метафоры тех вариантов сновидений, которые ждут нас после всего. Человека хорошего, человека честного, доброго, думал я, ждут исключительно радостные и счастливые сны. А человека дурного, злобного и агрессивного ожидают сны тяжелые и даже кошмарные, в зависимости от степени его греховности. Смерть, кстати, вообще завораживала меня. Точнее, не она сама, а ее, так сказать, институциональность. То есть похороны, венки, медали на красных бархатных подушечках, заплаканные лица, фальшивые звуки духовых. Я жил за городом и помню, как со всех ног, замиранием сердца, я мчался на новаторски переосмысленные пьяноватыми лабухами шопеновские звучания. Примерно столь же стремительно, столь же взволнованно я устремлялся на запах гари. Пожар тоже бесконечно интриговал меня. Но вернусь все же к твоему вопросу. Чего я жду и на что, так сказать, надеюсь? Втайне я мучительно, хотя и бессознательно надеюсь на то, что мне будет предоставлена возможность, пусть совсем ненадолго, приподняться над этим плоским миром и посмотреть, послушать, кто, как и что будут реагировать на мое исчезновение из круга осязаемых явлений. Но и это закрыто для нас. Одному литературному герою, впрочем, это удалось, но на то он и литературный, на то он и Том Сойер. Версия первая. «И сказал Бог, создадим человека в образе нашем по подобию нашему». И властвовать будут они над рыбой морской, и над птицей небесной, и над скотом, и над всей землей, и над ползучим, что ползает по земле. И сотворил Бог человека в его образе, в образе Божьем сотворил он его. Мужчиной и женщиной сотворил он их, и благословил их, и сказал им Бог, плодитесь, умножайтесь и наполняйте землю. И сформировал Господь Бог человека, прах с земли вдохнул в ноздри ему дыхание жизни и стал человек живым существом. И насадил Господь Бог сад в Эдеме с востока и поместил туда человека, которого сформировал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и годное в пищу, и древо жизни среди сада, и древо познания добра и зла. И навел Господь Бог оцепенение на человека, и он уснул. И взял он одну из его сторон и закрыл плоть под нею. И отстроил Господь Бог сторону, которую взял у человека, чтобы ему быть женой, и привел ее к человеку. И сказал Бог, «Это на сей раз кость от моих костей, плоть от плоти моей, это названо будет женой Иша, ибо от мужа Иш взята она». Потому покинет муж своего отца и свою мать, и прильнет к жене своей, и станут они плотью единой. И были оба они наги, человек и его жена, и не стыдились.
А змей был хитрее всех животных полевых, которых создал Господь Бог. И сказал он жене: «Верно сказал Бог, не ешьте ни от какого садового дерева». И сказала жена змею: «От плодов садового дерева можем есть, но от плодов дерева, которое среди сада, сказал Бог, не ешьте от него, не касайтесь его, как бы вам не умереть». И сказал змей жене: «Преданы смерти не будете, но знает Бог, что в день, когда станете есть от него, откроются ваши глаза, и будете вы как боги, ведающие добро и зло». И увидела жена, что хорошо дерево для еды, и оно вожделенно для глаз, и желанно древо для постижения, и взяла она от плодов его, и ела, и дала она мужу своему, и он ел тоже. И открылись глаза у обоих, и они узнали, что они наги. И сшили они себе листья смоковницы, сделали себе опоясанья. И услышали голос Господа Бога, проходившего по саду в сторону дня. И укрылся человек и его жена от Господа Бога средь деревьев сада. И возвал Господь Бог человеку, сказал ему: «Где ты?» И сказал он: «Голос твой я услышал, я в саду устрашился, ибо наг я, потому и укрылся». И сказал он: «Кто тебе поведал, что ты наг? Не от дерева ли ты, от которого я велел тебе не есть, ты ел?» И сказал человек: «Жена, которую ты мне дал, чтобы ей быть со мной, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты сделала?» И сказала жена: «Змей соблазнил меня, и я ела». Версия вторая. Луна, большая, молочно-белая, светила в пещеру. Проснулся урод, проснулся с улыбкой. Он редко улыбался, потому что ему редко снились такие замечательные сны, но на этот раз сон был почти сладостный. Он видел отца зверей и людей. Вернее, не видел, он даже не мог на него посмотреть, потому что он был яркий, как солнце. И он подвел к нему девушку, такую же уродку, как и он. И урод воскликнул. Он помнил во сне, что он воскликнул: «Это та самая, совершенно такая же, как и я». И в тот момент он проснулся и снова увидел себя в темной пещере среди спящих, храпящих, переворачивающихся родичей, не уродов, а нормальных людей. А он-то был единственный урод. И почему его еще не выгнали из племени? Потому что он был сообразительный и бегал, может быть, намного быстрее, чем все остальные. Вообще-то он был страшно безобразен. Во-первых, у него кожа была светлее. Во-вторых, она не была покрыта красивым благородным мехом. И вообще он был голый, длинный и достаточно нелепый. Таких вообще стоило изгонять из пещеры. Но старый отец рода, седой Ук, когда он родился, сказал: «Это выродок, его надо бросить со скалы, он не может жить». Но мать его зарычала и сказала: «Я не отдам его, это мой первенец». Так она и вырастила его. Она рожала других, потом рожала нормальных детей. Широкоплечих, низкорослых, с нормально согнутыми спинами и крепкими зубами. И среди них рос тощенький, бледный урод. Впрочем, беленьким он был недолго, потому что солнце его почернило, но уродом он оставался навсегда. Когда все шли в пещеру спать, урод выходил, садился у обрыва и смотрел на звезды, смотрел на луну, о чем-то думал. Думал о многом, и ему хотелось охватить весь этот мир. Это была часть его уродства, потому что никто так не делал. Нормальные люди охотились, ели, пили, спали, рожали, размножались. Им больше ничего не было нужно. Дрались они часто. Но он не любил драться, он вынужден был это делать, потому что все его волосатые братья дрались между собой, дрались с членами рода, и, конечно, попадало и ему часто. Он был одинок. Он был совершенно одинок среди них. И даже мохнатая мать, которая его очень любила, она не могла его понять. Мать говорила короткими, простыми словами, так, как говорили все в их пещере, покрикивая, ухая, похрапывая. Все было ясно. Есть, пить, иди сюда, иди отсюда. У него в голове шевелились мысли. У него было столько слов, что о нем говорили этот урод, да еще болтун вдобавок. Так шли годы, и он становился все более и более чужим среди своих, среди родных ему людей. И только иногда отец зверей и людей посылал ему прекрасный сон. Он видел девочку или девушку. Она была такая же безобразная, как и он. У нее были длинные волосы. Она смотрела на него замечательно прозрачными глазами. Она тоже была голая, как и он. У нее не было благородной шерсти, как у его родственников. Она шла к нему, и отец зверей и людей как будто бы за руку вел ее к нему. У него сразу начинало биться сердце, и он просыпался. Так шли годы.
И вот однажды собрались самые главные воины племени. Они решили отправиться на охоту за головами. Был у племени такой старый обычай. Чтобы набраться больше силы, надо было изловить как можно больше врагов, а за лесом жило другое племя. Впрочем, они ничем не отличались от родного племени урода. И съесть их мозг, а черепа повесить на палках. И вот, когда они собрались, урод сказал, что он не пойдет с ними, что он не будет этого делать, он не будет больше есть своих братьев, потому что те, которые живут за лесом, это такие же люди, как и мы все. Тогда старейшина племени сказал: «Терпение наше истощилось, хватит, убирайся вон, уходи. Хочешь, уходи к ним, мы тебя поймаем, убьем и съедим твой мозг». «Не съедим!» – закричали другие. «Съесть мозг можно только у того, у кого есть что-то в голове, а это же урод, у него ничего нету в голове». И он был изгнан. Он взял топор каменный, взял кожаный мешок, который сам себе смастерил, и отправился через лес. И когда он выходил на другую опушку, он вдруг увидел какую-то фигурку. Она продвигалась по степи среди травы, она шла по пояс в траве. Но он мгновенно узнал ее, потому что это была та самая девочка или девушка из его сна, которую отец зверей и людей подводил. И он вспомнил, что же он говорил тогда во сне, и всякий раз повторял одну и ту же фразу, не совсем ему понятную, что это есть плоть от плоти моей и кость от кости моей. И теперь он понял, что это значит. Он понял, и она поняла. Они двинулись друг к другу навстречу, взялись за руку и пошли на восток. Это было раннее утро. Небо было сначала перламутровым, потом стало желтым, и, наконец, зашло солнце. Они шли на восток куда-то вдаль. А мы были в них все. Потом о них сложили сказания и назвали их Адамом и Евой. Все. Февраля 1600 года в Перу взорвался вулкан Уайна-Путина. Это извержение стало и остается сильнейшим за всю историю Южной Америки. Непосредственными жертвами Уайна-Путины стали 1500 человек. Однако, как оказалось, впоследствии этого взрыва привели гораздо более серьезным жертвам. Извержение Уайна-Путины, как считают метеорологи, привело к серьезным климатическим изменениям на всей планете. Накопление пепла в атмосфере Земли вызвало так называемый «малый ледниковый период», который характеризовался 10-недельными проливными дождями летом и ранними заморозками осенью. Считается, что это было основной причиной трехлетнего неурожая в Московском царстве, который вкупе с крайне неэффективной феодальной системой земледелия и привел к великому голоду 1601-1603 годов. В 1601 году страшное общественное бедствие дало Борису случай излить реки милосердия выше прежнего и этим милосердием усилить зло. Ибо в добрых делах Борисовых, как замечали современники, клятва смешивалась с благословением, добрые дела служили только средством к достижению корыстных целей, как учил, впрочем, всех русских людей домострой Сильвестров. Все лето были дожди великие по всей земле и не давали хлебу созревать. Стоял он, налившись, зеленый, как трава. На праздник Успения Богородицы был мороз великий и побил весь хлеб, рожь и овес. В этом году люди еще кормились нуждою старым хлебом. Новым же хлебом, что посеяли, он погиб в земле. Тогда-то сделался голод, купить стало негде. Отцы покидали детей, мужья жен. Мерли люди, как никогда от морового поветрия не мерли. Видали людей, которые валялись по улицам, щипали траву, подобно скоту. Зимой ели сено, у мертвых находили во рту вместе с навозом человеческий кал. Отцы и матери ели детей, дети, родителей, хозяева, гостей. Мясо человеческое продавалось на рынках, как говяжье в пирогах. Путешественники боялись останавливаться в гостиницах. Для многих в Московском государстве Борис и на престоле оставался таким же, как был во времена правления своего при царе Феодоре. Муж чудной, сладкоречивый, продолжал устраивать в русском государстве много достохвальных вещей, по-прежнему ненавидел мздоимство, старался искоренить разбои, воровство, корчемства, был светлодушен, милостив и нищелюбив. Ради таких строений всенародных Борис в первые годы своего царствования был всем любезен. Россия цвела всеми благами.
Несмотря на это, он пал, потому что, как говорят русские современники, навел на себя негодование чина начальников всей русской земли. Но падением Годуновых дело не кончилось. За ним последовало страшное, смутное время. Давно уже мы имели случай замечать неудовлетворительное состояние народной нравственности в московском государстве. Мы видели причину тому в борьбе, сопровождавшей появление утверждения нового порядка вещей. Собрание земель, борьба между князьями за волости сменилась борьбой государей московских с основанными на старине притязаниями князей служебных и дружины вообще. Борьба эта достигла до ужасных размеров царствования Грозного. Водворилась страшная привычка не уважать жизни, чести и имущества ближнего, сокрушение прав слабого перед сильным, при отсутствии просвещения, боязнь общественного суда, боязнь суда других народов, в общество которых еще не входили, ставило человека в безотрадное положение. Только два первых года царствования Бориса, два последние 16-го столетия, современники называют спокойными, счастливыми. В первом году нового века мы должны, следовательно, положить начало смут. Но какая же была первая смута? Дьявол, говорит летописец, вложил Борису мысль все знать, что не делается в московском государстве. Думал он об этом много, как бы от кого узнать, и остановился на том, что кроме холопий боярских узнавать не от кого. Начали тайно допытываться у людей князя Шестунова о замыслах господина их. Один из них, какой-то воинка, явился с доносом. Что он объявил о Шестунове, неизвестно, вероятно, что-нибудь не стоящее внимания, потому что князя оставили на время в покое. Но доносчику сказали царское жалование, слово перед челобитным приказом на площади, и выставили перед всем народом его службу и родение, объявили, что царь дает ему поместье и велит ему служить в детях боярских. Это поощрение произвело действие страшное. Боярские люди начали умышлять всяк над своим боярином, сговорившись между собой, человек по пяти, по шести, один шел доводить, а других поставлял в свидетели. Тех же людей боярских, которые не хотели душ своих погубить и господ своих не хотели видеть в крови, пагубе и разорении, тех бедных мучили пытками и огнем, жгли языки им, разрезали и по тюрьмам сажали». А доносчиков царь Борис жаловал много поместьями, деньгами. И от таких доносов была в царстве большая смута. Доносили друг на друга. Попы, чернецы, пономари, просвири, жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось неповинных. Многие от пыток померли, других казнили. Иные их по тюрьмам разослали, со всеми домами разорили. И ни при одном государе бед таких никто не видывал. 200 лет назад эту глупость увековечил Пушкин. Мирская власть. Когда великое свершалось торжество, и в муках на кресте кончалось божество, когда по сторонам животворящее древо, Мария Грешница и Пресвятая Дева, стояли две жены, в незримую печаль погружены. Но у подножия теперь креста честного, как будто у крыльца правительства городского, мы зрим поставленных на место жен святых в ружье и в кивере двух грозных часовых. К чему, скажите мне, хранительная стража? Или распятие казенная поклажа? И вы боитесь воров или мышей? Или мните важности предать царю царей? Иль покровительством спасаете могучим владыку тернием венчанного колючим, Христа предавшего послушно плоть свою бичам мучителей, гвоздям и копию? Или опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила того, чья казнь весь род Адамов искупила? И чтоб не потеснить гуляющих господ, пускать невельно сюда простой народ? Стихотворение распространялось в списках, вызывало жуткий скандал, при жизни Пушкина, разумеется, не печаталось. Это карикатура из сатирического журнала «Бич» за 1917 год, высмеивающая пока еще не свершившуюся, но явно наметившуюся реформу орфографии русского языка, задуманную, как известно, еще до смены власти в стране. Карикатура «Торжественные похороны русской грамотности» символично провожала в последний путь буквы «Ять», «Фита» и «И».
Против варварского упрощения великого и могучего активно выступали Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Иван Ильин. Я поднимаю вопрос об орфографии. Главное мое возражение, что она относится к технике творчества, в которой государство не должно вмешиваться, связывал Александр Блок вопрос о языке с проблемой свободы творчества. Появились стихи на злободневную тему. Неся России свет и знания, постановили мы изъять и с точкой знаки препинания и соблазнительное ять. Реформою правописания мы вызов бросили судьбе, и свет и знания придут уж сами по себе. Тут такая фигня, пацаны. Я же не знаю, с чего начать. Короче, русский язык придумали масоны. Да я сам в шоке. Началось как обычно. Тут один незнакомый человек, давай учить меня, как родину правильно любить. Ну и помимо прочего рассказал, что один там красивый восточноевропейский язык, искусственный, он придуман в 19 веке образованными иностранцами. Ну что ж, бывает. На самом деле практически все современные языки с этой точки зрения искусственные, поскольку их нормы вырабатывались и принимались в эпоху Просвещения и далее по мере развития национальных литератур и школьного образования. Нормандец и лимузинец не понимали друг друга до наполеоновской эпохи. Хамерлейнин и Карел до второй половины 19 века, а жители Сконы до сих пор нормальные шведы понимают только в письменном виде. Норвежцы вообще придумали себе несколько новых языков, чтобы только не говорить по-датски, не по-шведски. На Руси-матушке дела обстояли не лучшим образом. Как разговаривала улица, мы не знаем, но похоже, что диалектные отличия были очень сильны. В новгородских берестах иногда встречаются тексты, написанные по-новогородски, и тут же изложение на южном языке. Причем одно и то же слово в одном и том же тексте может писаться по-разному. Примерно со времен Ивана Грозного появляется московская письменная норма. Ее нельзя назвать литературной, поскольку литературы фактической не было. Была духовная, но в ней использовался церковнославянский. Но этот язык использовался в переписке, деловой и официальной, и испытывал влияние религиозно-бюрократических кругов. Это приводило к некой искусственной архаизации, усложнению форм. Почему, например, сегодня мы говорим «тебе», а не «тобе»? Великолепно и прочее. Тексты выглядели примерно так. «Единую ж ездящую ему путем узре на неком серомахе срачицу издрану худу и впроси его, и маши ли жену? Он же отвеча, имам государю, он же глагола «веди мя в дом твой, да вижу». Не очень похоже на наш, да? Это отрывок из первой русской художественной книжки, написанной в 1490 году Федором Курицыным, еретиком-оппозиционером и молдавофилом. Тут происходят первые попытки создать грамматику, словари, орфографические правила русского языка. Занимаются этим, мягко говоря, условно русские люди – Леонтий, Зизания, Мелентий, Смотрицкий, оба из Речи Посполитой, и Максим Грек, ну тут понятно кто. Надо сказать, что нормативы эти были, во-первых, дискуссионными, то есть могли признаваться, могли не признаваться, а во-вторых, были известны в довольно узком кругу читающих и пишущих людей. Основная же масса говорит и пишет, как вздумается. Тут нужно сделать одно важное пояснение. До конца XVIII века большинство текстов читалось вслух. Так что зря мы ужасаемся количеству грамматических ошибок у Петра или слову «ищё» у Екатерины. При чтении годится и «ищё». Тогда не считалось ошибкой, поскольку ошибка – это отклонение от нормы, а норм-то не было. И только в середине века, с появлением первых русских филологов-литераторов, начинаются попытки хоть как-то придумать их. В первую очередь, для задач поэтических нужно было приспосабливать русский язык под греческую и французскую системы стихосложения. Во вторую – для научных, ибо из Европы пришло огромное количество заимствований, и образованная прослойка говорила фактически на отдельном пиджине.
Помимо просто иностранных слов «камергер», «император», «арестовать», «бастион» и так далее, было много калькирования с латыни: «искусство», «обязательство», «договор», «отрицательный», «положительный» и так далее. Пытался кое-что урегулировать Феофан Прокопович, украинец, выпускник иезуитского коллегиума. Он, кстати, придумал слово «россияне». Но настоящая работа началась позже. В ту пору в России было ровно три поэта – Тредьяковский, Ломоносов и Сумароков. И все эти трое умудрились переругаться между собой по поводу того, какая гласная должна быть в словах типа «змей», «любящий» и тому подобное. В 1751 году состоялась моя любимая филологическая дискуссия. Она велась в стихах, а уважаемые оппоненты употребляли по отношению друг к другу такие определения, как «скот», «свинья», «нетопырь», «крокодил», «злодей», «дурак» и «рыжая морда». В свободное время они придумывали русские слова для иностранных терминов. Благодаря Ломоносову появились градусник, равновесие, квадрат, кислота. Но не прижилось коловратное движение. А Тредьяковскому – общество беспристрастное, достоверное и много чего еще. Кюхельбекер. Немцу. Должно быть в аптеке. Или булок выпекать. А не так, как Кюхельбекер, с пистолетиком скакать. Немцу – киндер, керхе, кюхе. Славить Бога, есть, рожать. А не в заячьем треухе по Тобольску разъезжать. Заплутала в соснах ода, хорошо не казнена. Время года не погода, время времени зима. На стволе присела мушка, что ли пуншу приготовь? Выпьем с горя, бедный Пушкин, Шиллер, слава и любовь. Всех-то нас остановили, время времени зима. Выпьем с горя, бедный Вилли, выпьем с горя от ума. Ах, Минхерц, единоверец, удивленные глаза, Вилли немец, Вилли немец. Немец, перец, колбаса. Хорошо, что в каждом веке есть такие господа. Хорошо, что Кюхельбекер жил на свете иногда. А дальше? Начинается самое интересное, потому что нормирование русского языка вдруг обозначается как государственная задача. И в 1783 году для сочинения словаря грамматики и риторики и поэтики славяно-российского языка учреждается Российская Академия по образцу Французской Академии, которая занимается этим более 100 лет уже. И с чего бы такое внимание? Ну, говорят же люди, пишут без правил, иногда даже неплохие стихи пишут. Здесь нужно сделать второе важное пояснение. С середины века в России распространяется масонство. И к 1780 годам в стране уже десятки лож, объединяющих сотни масонов. Масоны же крайне трепетно относятся к слову как к таковому. И в философии слово – это божественный дар и тайный пароль для избранных. Поиск потерянного слова, открывающего путь к высшей истине, является одним из смыслов деятельности масонских организаций. Человек, стремящийся к просвещению, не должен употреблять неправильных, например, бранных или сомнительных слов. То есть в словах и вообще в языке должен быть полный порядок. Высшие степени масонских градусов, например, рыцаря Кадоша, грамматика и риторика, голубое ложе стихотворства. Теперь вернемся к Академии нашей российской. Председатель княгиня Дашкова. Понятное дело, масоном она быть не могла, у нас девчонок в братья не принимали. Но ее папаша и член Академии Воронцов, мастер ложи, двое сыновей тоже стали масонами. Болтин – великий мастер и великий ритор. Сумароков – масон, Державин – масон, немец Фон Визин – секретарь главного российского масона Елагина. Молдаванин – Херасков, Розенкрейцер. Строганов, Шувалов, конечно, оба. В Москве в это самое время действуют масон Новиков, Розенкрейцер, князья Трубецкие, капитульный приор Петр Татищев и другие. Из 14 членов типографического общества 12 масоны. Именно московским масонам мы обязаны открытием большинства известных древнерусских литературных памятников, в том числе и слова о полку Игореве. Интересно, что большинство масонов в филологическом смысле были настроены крайне патриотично и старались придумать отечественные синонимы иностранным понятиям, вошедшим в научный бытовой обиход. Антагонист – противоудвижник,
антипатия, противоустрастие. Арифметика, числословие. Аристократия, вельможи, державие. Фанатик, изувер. Случались казусы. Так слово «кабала» в значении религиозно-мистическое учение оказалось абсолютным омонимом долговой расписки рабству. Поэтому ярый каббалист Новиков вставил в него вторую «б», которую мы используем до сих пор. Иными словами, русский язык масоны рассматривали как часть природы, а природа, согласно заветам просвещения, не храм, а мастерская. Ее можно и должно не только изучать, но и улучшать. Критерием для попадания в академический словарь была известность слов и речений в столицах. Таким образом, огромный массив диалектных наречий, на котором, собственно, общались не столичная, не образованная Россия-матушка, то есть более 90% населения, остался за бортом официальной лингвистики. Его потом открыл широкой публике Владимир Даль, датчанин, и не исключено, что в юности масон. Он тоже относился к материалу достаточно вольно и выдумывал слова вроде «ловкосилие» – это гимнастика, или «побудок» – инстинкт. Но нужно отметить, что даже для середины 19 века такой подход считался совершенно нормальным. Лен Рот вообще, видимо, значительную часть «Калевалы» придумал, что не делает ни его, ни ее менее мелкими. Но мало собрать или придумать слова, нужно еще было разобрать правила их употребления. Эта работа развернулась уже в 19 веке. Российская академия к этому времени захерела, зато появилось множество литераторов и еще больше литературных критиков, которые вырабатывали правила, что называется, методом проб и ошибок. Каждый писатель в значительной степени словотворец и нормотворец. Карамзин, масон. Промышленность, трогательные впечатления. Полуирландец, воспитанник иезуитов, Вяземский. Квасной патриотизм и народность. По правде говоря, не придумал, а взял польское слово. Венгерский русин, балугьянский, ввел, перевел. Множество юридических терминов. Полутурок, Жуковский. В ложе не состоял, но писал по-масонски. Сделал популярным имя Светлана, которое придумал Александр Христофорович Востоков. Природная фамилия последнего – Остенсакин. Именно он составил первую настоящую русскую грамматику, выдержавшую 28 переизданий. То есть синтаксис, морфологию и все прочие ужасы, от которых мы плакали в средней школе. Надо отметить, что с 1822 года масонские ложи в России были запрещены, но их участники никуда не делись и зачастую объединялись по интересам. Так, вольное общество любителей русской словесности почти целиком состояло из членов ложи избранного Михаила. Его участники, например, отстаивают правильность выходить на улицу, заперев дома, а не заперши домы, как писали ранее. Так что масоны действительно сильно изменили с их точки зрения, улучшили великий и могучий. Александр, наше все, Сергеич Пушкин. Хоть тоже был масон и эфиоп, такое нормирование воспринимал неоднозначно. Как уст румяных, без улыбки, без грамматической ошибки, я русской речи не люблю. Но деваться было некуда. Масоны и шире, представители образованного класса, положили начало мощному процессу формирования норм русского языка, который завершается в основном только в 1930-е годы. Среди ученых этого периода можно выделить, например, Якова Карловича Грота. Его работы считаются первым теоретическим основанным сводом правил русской орфографии. Правда, еще современники поругивали Грота за его немецкий подход, иногда противоречащий разговорной практике. Так Грот предполагал написать слово «вятчина» вместо «ветчина» или «тетеря» вместо «тетеря». «Тетеря» прижилась. Наверное, вы не удивитесь, узнав, что Яков Карлович – внук пастора Иоахима Грота, известного масона-просветителя екатеринских времен. Так что, друзья мои, если у вас не лады с русским языком, не переживайте. Всегда можете сказать, что неграмотность – наша форма борьбы с загнивающим Западом. Я дышал синевой, белый пар выдыхал, он летел, становясь облаками. Снег скрипел подо мной, поскрипев затихал, а сугробы прилечь завлекали. Извинела тоска, что в безрадостной песне поется, как ямщик замерзал в той глухой незнакомой степи.
У сыпивки щека заморозило желтое солнце, и никто не сказал: «Шевелись, поднимайся, не спи!» Все стоит на Руси до макушек в снегу. Пол скатился, чтоб не провалиться. Сохрани и спаси, дай веселье в пургу, дай не лечь, не уснуть, не забыться. Тот ямщик, чудодей, бросил кнут, и куда ему деться? Помянул он Христа, ошалев от заснеженных верст. Он хлеща лошадей, мог бы этим немного согреться, но он в доброте их жалел и не бил, и замерз. Отражение свое увидал в полынье, и взяла меня отрыбь в поруб оборвать житие. Я по грудь во вранье, да и сам-то я кто, надо в прорубь. Вьюги стонут, поют, кто же выстоит, выдержит стужу. В прорубь надо да в омут, но сам, а не руки сложа. Пар валит изо рта, эк, душа моя рвется наружу. Выйдет вся, схороните, зарежусь, снимите с ножа. Снег кружит над землей, над страною моею, мягко стелет и в сапой зазывает. Эх, ямщик удалой, пьет и хлещет коней, а не пьяный ямщик замерзает. На крылечке твоем каждый вечер вдвоем мы подолгу стоим и расстаться не можем одни. До свидания скажу, возвращусь и хожу, до рассвета хожу мимо них окошек твоих. И сады, и поля, и цветы, и земля, и глаза голубые такие родные твои. Ни от солнечных дней, ни от теплых лучей расцветают от нашей горячей нежной любви. Если надо пройти все дороги и пути, те, что к счастью ведут, я пройду, мне их век не забыть. Я люблю тебя так, что не сможешь никак, и меня никогда, никогда, никогда разлюбить. Та-ра-рам, та-ра-рам, я люблю тебя так, что не сможешь никак. Никогда разлюбить.